22 декабря в 19 часов 4 минуты в пожарную часть города Нефтекамск поступило сообщение о том, что по адресу город Нефтекамск, улица Ленина, дом 58, дым в подъезде. Прибывшим на место дежурным караулом было установлено, что произошло загорание в квартире. Проведена эвакуация жильцов. Эвакуировано 37 человек, из них 9 детей. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Еще раз хочется напомнить про правила пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией, пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками, не имеющими устройств тепловой защиты, применять самодельные электронагревательные приборы.